Так, форму-то пора сделали. Сейчас вот разметки сделал. Сейчас буду настолько же снимать с каждой стороны и закруглять, уже придавать форму под шлиф машинку. Ну все, полирнули, шлифанули обжигом и горячим маслом, покрывая первым слоем. Всех приветствую. Отреставрировал топорик. Попросили отреставрировать. Топорища не было старого. Была башка железка. Трещины были. Все подделал я здесь их. Почистил. Все обварил. Стало очень здорово. Крепко. Режущую кромку подровнял. Наточил, полирнул. На обзоре увидите. Три клина здесь. Ясень. Клини боковые, бук, ясень, поперечь. Немного почистил его здесь. Рукоятка тоже ясень. Масло с воском. Обжиг. Что я еще могу здесь сказать? Клеймо стоит. А2-8Х 92 92-й год, по-моему. А2. Что это? Напишите. Я вот никак не могу понять, что это за А2. 8Х F и U. А, понял.
сталь У8. Вес больше кило, тяжелый. Блин, рубить будет нормально. Пока. Sorry.